Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер один на странице 120 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Зайцу до домика нужно делать 6 шагов, а белочке на один шаг больше. Сколько шагов до домика нужно сделать белочке? Так, зайчику нужно сделать 6 шагов, а белочке столько же, то есть 6. И еще один. На один шаг больше, это значит столько же и еще один. И чтобы узнать на один больше, нужно к 6 прибавить 1. Всего получится 7. Итак, белочке до дома нужно сделать 7 шагов. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.